Слушай, энергоблоки, мы сейчас на них работаем? Частично. Что такое частично, расскажи. Ну, сейчас провели ТО им и в полную нагрузку, то есть завод от них работает. Что ты вот тепло выпускаешь? Какие у меня по мощности? 30 мегаватт. Три котла. Да. А ну, работает два сильные работы. Варианта, один маленький. Но... Сейчас два работают? Да. Два зимние, один летний. Ну, по 35 и 31% мощности. Плюсовые температуры. Это энергоблоки. А если что-то ломается, тебе приходит СМС? И звонки. Раньше работала котельная, которая вдвое меньше мощности, 10 операторов и 4 лаборанта. 4 лаборанта. А теперь никого. Газ сжигается в зависимости от тепловой нагрузки, то есть от температуры на улице. И специальный график есть. В случае, если температура понижается, то есть газ сжигается больше. Вот сейчас мы экономим газ, потому что, ну, декабрь, а плюсовые температуры. Просто теперь котельная не сбоит, не останавливается, потому что раньше мы сидели на электричестве, которое приходило через сеть, а теперь мы построили собственные энергомощности, производители электричества. И теперь у нас нет сбоев. Раньше тут сидело много операторов котельной, которые смотрели на котлы и контролировали. А теперь никто не смотрит на котлы, котлы автоматически работают, и если что происходит, тогда приходит смс-ка или телефонный звонок. А сколько отапливается, ну, в площади, квадратных метров? Мы построили две котельные за эти там 10 лет. Вот этот модернизировали, сделали вдвое больше мощности. А еще одну котельную построили 14 мегаватт. 14 мегаватт рядом с новым поселком. Поэтому у нас теперь две котельные. Но весь поселок, который в нашем видении, мы отапливаем, и у нас есть еще дополнительные мощности, мы можем еще. То есть мы специально построили больше мощности. А сколько газа это все-таки за год сжигается? Есть? 5 миллионов 800 кубов. Слушай, 5 миллионов 800 кубов очень дорогого газа. И очень дорогой транспортировки. То есть еще и мы платим за транспортировку газа. Поэтому на самом деле это такая очень дорогое. Сколько в месяц мы платим сейчас? Порядка 3 миллионов. 4 миллиона мы платим за газ и порядка 10 миллионов за электричество. Знаешь, это же жуткие цены. Но у нас самый дешевый тариф. В районе у нас самый дешевый тариф. Потому что мы сами определяем. Но мы пытаемся экономить. Но на тепле экономить. Ты понимаешь, как только становится холодно, детские сады-то должны зажечь, чтобы было тепло. На людях не экономим. Другая история. Знаешь, чем интересно? Вот он, ему удалось добиться того, что мы котельную теперь останавливаем на 3-4 дня. То есть раньше было 2 недели минимум, а то и больше. Профилактика котельной. Но вот теперь у него... То есть люди даже не успевают забыть горячую воду. Поэтому это точно характерно. Они молодцы. Летом тоже, да? Вода горячая. Это летом. Мы на 3-4 дня котельную останавливаем для просыпания. Все понятно. Да. Вот это новые технологии. Пойдем.